В муниципальном образовании на нашей территории города-курорта Анапа случаев гриппа среди детей не зарегистрировано. Лабораторных подтверждений у нас не было. То есть подозрение было, определялось, но подтверждений не было. Мы знаем, что самый эффективный способ профилактики от гриппа и вирусных инфекций – это вакцинация. Вакцинация у нас проводилась в октябре-ноябре месяце. В соответствии с национальным календарем профилактических прививок было привито более 30 тысяч детей. Если у ребенка возникла симптоматика подозрения на грипп, это ребенок может капризничать, повышение температуры, головная боль у ребенка, боли в мышцах, суставах, то необходимо не отправлять ребенка ни в детский сад, ни в школу, а вызвать на дом врача обязательно. Почему? Потому что грипп, он, в общем-то, опасен осложнениями. Осложнением бывают заболевания верхних дыхательных путей, возможно, воспаление легких, пневмонии и заболевания сердечно-сосудистой системы, миокардиты. Поэтому своевременно нужно вызвать врача и, в общем-то, все рекомендации, медицинские манипуляции выполнять. Самолечением не заниматься, и если вдруг тяжелые случаи заболевания, острой вирусной инфекции или гриппа, необходимо, предлагается госпитализация, необходимо госпитализировать ребенка, не отказываться от госпитализации.